Нисколько не сомневаюсь, что то сотрудничество, которое сегодня демонстрируется между нашими регионами, оно будет только развиваться. Мы не только подписали соглашение с вами, как и пришли, не только программу действий, но в значительной степени ее реализовали. И важно то, что у нас помимо экономики есть огромный культурный обмен, как уже сказали, туристический обмен, контакты в области здравоохранения, образования, культуры. Подписывается соглашение о сотрудничестве в области туризма между Комитетом культуры Волгоградской области и Департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы.